Такс, на-на-на, какой у меня ручка, чтобы играть. И снять про нее видео. Поиграю, пожалуйста, я пойду. И всем привет-привет! Вы на канале Ева Королева. Сегодня мы играем в Roblox. Такс. Хочу себе цвет желтый. Желтый хочу. Я люблю желтый. Я люблю сочетание желтого и черного. Вот, теперь оно мое. Вот. Чего сюда пришел? Отстань от меня. Так, будем строить дом. Целый дом. Так кто там друг друга перестреливает? 60, 90, 100. 110, 130, 140, 150. 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 270, 300, 310. Что можно за 310 купить? Вот. Что можно? И вот что можно. Пока что все. Это можно походить, посмотреть, что у других. Хоп, деньги забрала. Пятьсот пятьдесят пять, шестьсот двадцать пять, шестьот девяносто пять, восемьсот пять, восемьсот сорок пять, восемьсот восемьдесят пять, девятьсот двадцать пять, девяносто девять. 1000. Такс. Что можно купить? Я хочу себе прокачать стены. Вот, стены прокачать. Ну, я еще могу себе вот, вот это купить. Такс. Самое главное это деньги. Потому что чем быстрее они будут копиться, тем больше я буду, смогу себе купить. Сколько? Сколько? А сколько? 690. 480. Нет, мы еще не докопили. Или 5000. Лучше 555 тысяч. Я, конечно, могу уже это купить, но мне много денег уйдет. Кто это ко мне прицелился? Я могу вот так вот сделать. И походить. И походить. А ну кто это ко мне щемится? Кто ко мне щемится? В дом ко мне нельзя.
запускаем. Мы в дом. О боже, на меня ураганы идут. Кто стреляет? Лучше так. Так, раз, два, понятно. Лучше пусть будут закрыты. Но мне никогда эти штуки не действовали и не действуют. Поэтому вряд ли. Так, будем пистолетики искать. Ну что, просто нечем заняться. Сколько там денежек у меня уже накопилось? Ой, у кого-то есть уже пистолет. Бежать! Ничего себе, сколько много. Это у кого там пистолетище такое? Так, построим и возьмем. Так, работает, работает. Все, я спокойна. Кто меня расстреливал? А вон там два парня бесятся. Ну сколько уже можно вам? Не понимаю. Чего они хотят от друг друга? Только может не сниться, что я попаду туда. А я туда не попаду. Как им стрелять? Не пойму, как им стрелять. Такс. Одну задачу я выполнила. Короче, пытаемся залезть наверх. Что-то у него там еще есть? О, точно.
Такс. Что-то я мало разговаривала. Просто мне надо было три оружия достать. Быстрее, 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 быстрее! Украдут же у меня. Вот. Ну, давай же самый крутой, пожалуйста. Есть! Самый крутой! Так, что это бы поранее случилось вообще такое с его домом? Куда ты полетел? Такс. Короче, куда-то у меня не туда ведет. Деньги-то у него откуда? Две тысячи, 70 тысяч, 500 тысяч. Нет. 175. Маловато. Ну ладно. Вон моё жёлтенькое пчёлка. Я хочу к тебе. Мне там, наверное, много за прогулку заработалось. Ничего себе! 1000. Короче, с чем-то. Боже мой. Хочу это. Хочу это. Хочу это. О, Бэтмен. 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 Застрелили. Ай, застрелили. Ай, застрелили. Ай, застрелили. Ай, застрелили. Все равно ко мне он пробраться не сможет. Да, конечно. Лучше я еще потолок сделаю. Чего? Лишь бы не пробрался, есть часы не дам. Ну точно, потом это делать. Есть стены выше.
потрясающе. Нужно купить деньги. Что? Я сказала, нужно купить деньги. Как покупают деньги? Я не знаю. Это уже вообще купить деньги. Как он ко мне пробрался вообще в тот раз? С этим плащом? Плащ. Где ты живешь, мой красавец, да? Такс. Вот я смешная. Купить деньги, чтобы получить деньги. Ждем больше суммы. Больше. О! А вы подписаны на мой лайк? Нет? Не подписаны? Скорее подпишитесь на мой лайк и тикток. Я тогда вам пролайкаю по лайке. 100 лайков. Чё, иди отсюда. Вообще. Это моя территория. Стены выше надо делать. Это моя территория. И вот потолок уже из тебя сделала. Даже потолок, ты понимаешь? А красивенько тут у меня. Жалко, что вещи еще не нельзя расставить. Диван, кровать. Так, посмотрю на верхнем этаже, что-то есть. Угу. Попробуй. Ну вот, я же говорил, пройти нельзя. Может, тот парень проходил, значит, что ты пройдешь? А вот и нет. Хакер. Читер. Грейте ему. Тут парень читер. Меня нельзя убивать. Меня? Вот меня. Евангелина 2013. Нельзя убивать. Нельзя. Нельзя убивать в Роблоксе Евангелина 2013. Вот. Сумочка побольше. Хорошо, так лучше. И мне не надо еще покупать деньги. Вот странно. Ну, покупать деньги же странно. Или не очень. Проходите, пока я вкус пускаю. Проходите. Вот и нет. В смысле? Как? Жалко, что я так не умею.
Он меня стреляет задом. У него подбородок. Можно же что-нибудь? У него просто на подбородке. Боже мой! Я же говорю, нельзя убивать в Роблоксе Евангелина 2013. Она очень пугается. Такс. Наружи, смотри. Вот, видите, красные. А если вот так, то не красные, зеленые. Никого не пущу. Даже не просите. Не пущу никого в жизни. Ко мне никогда. Николы. Можете не волноваться. Короче, эй, куда свет? Интересно, в Роблоксе свет выключается или нет? Я не уверена, но мне кажется, да. Нет. Мне кажется, нет. Такс. У него на крыше пусто, у него на крыше пусто, у меня на крыше. Нет, это не у меня на крыше, но сойдет золото. Блин, нужно хваталку взять. Хваталка замуровалка. Хваталка за муравалка, хваталка за муравалка, иди ко мне, и летучая мышка тоже. Хваталка за муравалка, иди ко мне, летучая мышка тоже. Хваталка, муравалка, уже пришла ко мне, и летучая мышка тоже. Денежки от меня никуда не убегут. Спасибо. Хорошая цена, но не достойная. Так, а вот и пистолетики. Хорошо, что не повтор. Хваталка за муравалка, иди ко мне, и мышка тоже. Хваталка за муравалка, иди ко мне, и мышка тоже. Же-же-же, блин, я застряла. Чего в смысле? Чего такое длинное вот это расстояние? Видите, оно было маленькое, а оно теперь оно длинное на лестнице. Когда выходишь вот это вот. Вот это вот, вот тут вот. Жалко. Вот это вот, вот тут вот, вот стало длиннее.
Я же говорю, сколько раз. Евангелина. 2013 нельзя убивать. На новенькая. Ну, может быть, и старенькая. В Роблоксе. О, а денежек сколько накопилось? Много накопилось. Идите ко мне, все 36 000. Нет, это не плащ. А может, в этом костюме я смогу? Проходить? Нет, не смогу проходить. Но. А что, но? А ничего, но. Как в лайке. А какие ты смотришь мультики? Я не смотрю мультики вообще. Мой любимый фильм «Оно». А сама такая новая серия «Свинки Пеппи». Эй, куда пристреливать меня? С ума уже все посходили. Меня! Такс. Не хочу деньги. Не хочу покупать деньги. Потолка за мураванкой идет ко мне. И мышка тоже. Хочу костюм. Железный человек потерял свою перчатку. Класс. Есть! Их можно поднять. Блин, теперь у меня не будет перчаток. Зачем я это сделала? У меня нет перчаток. Зачем я это сделала? И теперь вон перчаточек рядом даже нет. А может я схитрю? Или как? Может, я схитрю? А может, я не схитрю? А может, я схитрю? А может, я не схитрю? Я схитрю. Если опять же получится. Мне кажется, у меня опять же не получится. Я уверена даже почти, что у меня это не получится. Потому что я это пробовала. О, боже.
my god, oh my god, oh my god. Wow. Oh my god. Oh my god. Ducks. А у меня тоже есть пистолет. Не попадает. Не попадает. В смысле? Это откуда вообще прилетело? Четыре К. 4.8К плюс плюс. Это много, это много. А это очень много. Это не представляете себе, как много. Водалка, замуровалка. Иди-ка ты ко мне. А у них ни у кого нет мотоцикла. Нет, это пистолет. А вот это вот что, я это не пробовала. Вот так это может. Иди ты ко мне. Я падаю на скутере. Я падаю вниз на скутере. Я падаю на скутере вниз. И куда-то я вниз падаю на скутере. Так, можно купить еще одну такую штучку? Нельзя купить еще. Нет, можно. Купить еще одну такую штучку. И это хорошо. Деньги быстрее копятся будут. Копиться будут деньги быстрее из-за еще одной этой штучки. Так, так, так. Что у нас следующее? Крыша. Посмотрим, что на ней есть. Может, что-то можно еще купить? Блин, за 5000? Нет. Это мало. Вот такие штуки и стоят дорого. Вот такие маленькие дорого стоят. Мне все 36 тысяч пришлось потратить. Так, еще раз. Подходим и еще раз подходим. Вот такие игры даже на планшетах никогда не тормозят. Там, где нужно строить дома, лестницы, никогда не тормозят, я их люблю. Но мне повезло. О, оружие. Тут еще какую-то штучку хочу приобрести. Но не дают, но не дают, но не дают. Но не дают, но не дают. Но не дают, но не дают. Но не дают, не дают мне. Дают мне, не дают.
И сразу 24 тысячи. Кто стреляет? Меня кто-то стреляет. Что? Куда? Куда делся? Мой тут аппарат. Мой аппарат. Куда ты делся? Куда-то я опять упала, и я не могла просто оттуда выбраться. Я просто не могла оттуда выбраться. Сорок семь тысяч. Сорок семь тысяч. Сорок семь тысяч. Сорок семь тысяч. Так, сорок семь тысяч, сорок семь тысяч, 16 тысяч теперь. Никто ведь не отменял. Полазить и позабирать всякие штучки. Да, вот у этого я не буду уже забирать. Не вовсе. Мне у него не нравится. Я просто пройду через крышу дома. Такс. Что там лазит?
потом лазит у меня. Эй! Кто это сделал? Знаете, как неприятно? Вот это вот громкое очень. Уши бьет. Еще и человек от него умирает. Ну, точнее, типа... Ни капли неприятно. Может, да, это ни капли неприятно. Может, да, вы хотите защититься, но вот это оно громко в уши бьет. Перестань, пожалуйста. Сорок шесть тысяч. Сорок шесть тысяч. Сорок шесть. Сорок шесть тысяч. Сорок шесть тысяч. Сорок шесть. Сорок шесть. И сорок шесть тысяч. Я даже не могу туда забраться. Уже 9000. Как же быстро уходят деньги. На Roblox. Тут скоро будет потолок. Вот поставлю потолок и буду прощаться. Хотя уже можно попрощаться. И всем пока-пока, до встречи в новом видео. Подписывайтесь на мой Инстаграм, лайк и ТикТок. Всем пока-пока!